Всем привет, говорит GetFun, и сегодня я покажу вам такой бой, от которого у вас зашевелятся все волосы, где бы они у вас только не росли. Этот бой прислал мне подписчик моего канала Хиро Тачанка, и был сыгран он на линкоре Фуса. Начало боя я намеренно перемотал, потому как в нем не происходило ничего такого сверхординарного, чего бы вы не видели в большинстве из своих боев. Если сейчас посмотреть на ситуацию на карте, то можно отметить две серьезных ошибки союзной команды. Первое — это расположение на поле боя. Если обратить внимание, как ведут себя союзники в районе С и Б, то понятно, что давить они как бы не собираются. И даже в планах такого нет, несмотря на то, что сейчас превосходство явно не в их сторону. То есть две точки было потеряно, количество кораблей тоже меньше, и в итоге счет 320 на 522. В данный момент еще начали захват точки А красненькие, поэтому шансов на победу тут маловато. Поэтому нужно было бы как бы заранее продумать, что стоит начинать давить. Причем это, ребят, все же рандом. Зачастую тут действует принцип так называемой толпы. И если вот один линкор начал разворот вот в квадрате G9, то, возможно, и второй линкор, который шел бы за ним, он тоже начнет разворот, и крейсера не пойдут в атаку. В общем-то, все остались в этих квадратах, и таким макаром команда теряет инициативу в бою, за счет чего проигрыш гораздо более вероятен, нежели победа. Но и этот бой не был бы помещен в эту рубрику и не был бы показан вам, если бы все тут было бы так просто. Потому как у противоположной команды тоже есть серьезные ошибки вот сейчас в тактике. После того, как в превосходстве были взяты основные точки, точки, за которых, по идее, и идет бой в этом режиме, дальнейшее продолжение атаки, оно, в принципе, лишено какого-либо смысла. Потому как точки интереса уже находятся в их руках, а дальнейшая атака ставит их уже не в очень удобное положение, потому как союзная команда вот в данный момент Фуса, Хиро Тачанки, будет находиться в дефе. И вот противники, вот уже один крейсер ушел на дно, сейчас следом уже Нью-Йорк будет получать значительную долю урона в себя, и Вайоминг, который спрятался на центре за островом. Все они выходили, грубо говоря, один на целую толпу, за счет чего очень быстро теряли боеспособность. Ну и, конечно же, в результате чего они просто выпадали из боя. И так, друг за другом, выпадая из боя, то один, то другой линкор, то крейсер вот спрятался. Получается, что те корабли, которые все еще находятся в атаке, а в данный момент это Нью-Йорк, они из ситуации победной переводят бой в поражение, потому как потеря кораблей серьезно отодвигает прогресс всей команды в этом бою. Но это не единственная ошибка, потому как, в принципе, возможно, что в большинстве боях, да и вы, я думаю, сами это понимали и сами это использовали, когда до конца боя остается совсем немного времени, есть желание набить как можно больше урона, воспользовавшись последними секундами боя, казалось бы, победного. За счет того, что победа, казалось бы, маячит где-то вот тут вот на горизонте, притупляется чувство собственной безопасности, и союзники начинают творить, казалось бы, какую-то вакханалию, о которой невозможно было бы подумать в самом начале боя. Выходить один на толпу и тому подобные вещи. К примеру, как вот сейчас вот делает вот Кливленд на ваших экранах. И если изначально он стрелял через остров, потому как баллистика его позволяла ему оставаться в сейве, давать урон и оставаться при этом в безопасности, но это он проигнорировал. Он перестал следить за скоростью, за счет чего он потихоньку, полегоньку, но вышел из-за острова. И сейчас он, грубо говоря, находится один на один против огромного линкора, 12 стволов которого разбирают бедный крейсер на такой дистанции очень и очень быстро. Очень поздно Кливленд понял, что он, в принципе, не способен будет дождаться окончания боя, потому как боеспособность у него растаяла буквально на глазах, но сейчас уже ничего нельзя поделать. Поэтому вслед за Нью-Йорком, который остался один против команды, на дно уйдет Кливленд. И, казалось бы, близкая победа отодвинется от красненьких еще немного. А что дальше будет происходить в бою, тут и так понятно, потому как то самое вот время, которое необходимо было прожить, оно было потрачено за даром. И теперь остается бой, казалось бы, равных по количеству кораблей команд, но при этом противники, которые начало боя протратили в атаке, которые потеряли большую часть боеспособности
пытаясь уничтожить как можно больше кораблей и забрав в итоге точки, они сейчас остаются буквально шотными, потому и Вайоминг, и Кливленд, и Фусы сейчас находятся просто в безвыходной ситуации, получают серьезный урон. И теперь, можно сказать, наступает такой момент камбэка, когда союзная команда наконец-таки начинает действовать агрессивно, и в этот момент как раз посыпалась игра у вражеской команды. Но и этот самый момент не совсем отодвигает далеко победу, потому как если оставшиеся два авианосца заранее бы начали бы убегать от крейсеров и оставшегося линкора, то, возможно, они бы смогли бы прожить в дефе. За тем же самым островом на G1, потихонечку двигая в сторону точки А. При этом не исключена была такая ситуация, что можно было бы уничтожить Фуса, потому как боеспособности в нем осталось немного. И вот пару секунд назад, когда на него налетала авиация, было заметно, что он потратил ремку. То есть всего лишь одно затопление могло сделать фраг. И в итоге тогда остался бы один Кливленд вместе с авианосцем 5 уровня против двух авиков. При этом у команды было бы серьезное превосходство в очках превосходства. То есть времени, в принципе, могло бы хватить на то, чтобы сделать из камбэка вражеской команды все равно поражение. Тем более, что Кливленд вот в данный момент, можно обратить внимание, будет делать серьезную ошибку. И если наш герой Хиротачанка сделал все верно, он зашел на точку Б, он ее захватил, тем самым серьезно продляв время этого боя, за счет чего, кстати, времени не хватило на уничтожение двух авианосцев, то вот то же самое делать Кливленд вообще никак не хочет. Он бежит за фрагами. Тем самым, по идее, в принципе, если сейчас бы потеряли бы Фуса, была бы такая ситуация, что более чем 900 очков против 546, и тогда просто выживание авианосцев бы закончилось тем, то, что была бы победа у красных, несмотря на всю эту серьезную интригу, которая творилась в бою вот на ваших экранах. Но авианосцы прослоупочили момент, за счет чего сейчас вот Риуджи, оказавшись в засвете, мгновенно теряет половину боеспособности, потому как по нему одновременно бьют Кливленд, который постоянно держит его палубу в огне. У него нет никакой возможности поднять самолета. При этом еще издалека навешивает нехилые такие плюхи Хиротачанка, за счет чего у Рюджу просто нет никаких шансов на выживание. И как вы думаете, чем все это время занимался их союзный Бёгю, который по последнему засвету прятался где-то там за островами? Думаете, все это время он бежал, как я вот и говорил, по первой линии в сторону точки А? Да? Вы точно в этом уверены? А вот как окажется на самом деле, он все это время просто спокойненько стоял за своим островком, который, как казалось ему, давал ему полную сохранность. Победа у зеленой команды, несмотря на огромное количество тактических ошибок, все-таки была вырвана у красненьких за счет того, что они совершили самую, наверное, большую ошибку рандома. Рандом не может жить, рандом не может понять, когда просто для победы необходимо не умереть. Они рискуют, они помирают, за счет чего, возможно, вот такие вот самые бои. К сожалению, результат этого боя не сохранился. Как сказал герой, я просто не подумал о том, что такой великолепный бой может у него случиться. Но ничего, самое главное было и так показано у вас на экране. И думаю, после этого боя вам станет ясно, что рисковать даже на последних моментах боя, когда, казалось бы, финишная прямая, не всегда рационально. Лучше победить, чем сделать лишнюю пару-тройку тысяч дамага и в итоге проиграть длинный бой. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.